сторону. Освободите проход. Строго освободите. В сторону. Братья казаки. Нас здесь мало. Но казаков много не бывает. Но мало не покажется. Я еще обращаюсь к тем, кто меня сейчас должен внимательно слушать. Мы собрались здесь с вами, потому что каждый из вас представляет свое казачье войско, которых очень много на территории России. Здесь стоят и сибирские, и оренбургские, и донские, и кубанские казаки. За нами сотни тысяч казаков, за нами миллионы. Внимательно услышали, тем, кому надо услышать об этом. Мы с вами здесь, потому что идет хула на нашу с вами веру святую, на православную нашу церковь. Братья казаки, разве мы можем это себе позволить? Разве мы можем? Я еще раз у вас спрашиваю. Нас здесь было 25 человек. Они перепугались. Нас здесь 300. Нас туда даже не пустили. Я говорю громко во всеуслышание. Нас будут тысячи! Не испытывайте наше терпение! Это очень плохо для вас кончится! Мы вас предупреждаем последний раз! И еще! Те, кто разжигает эту рознь, они сами первые попадут под каток, даже не осознавая этого! Мы всегда будем стоять за православную веру. Если вы хотите с нами поиграться, попробуйте. Предупреждаем последний раз. Любо, браты! Любо! 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 Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Помните, что в следующий раз мы с вами разговаривать не будем! Люба! 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 Грайс! Ничего не забывай. Это не твоя? Братки! Понятно.